Доброго времени суток. Обзор мотоцикла Honda NT650V DeVille 2000 года выпуска. Без пробега по России. Привезен данный мотоцикл из Нидерландов. Покупатель будет первым собственником. Мотоцикл растаможен. Получен весь необходимый комплект документов. Сертификат безопасности, электронный ПТС. Никаких дополнительных затрат для покупателя не будет. Повторюсь еще раз, все документы уже получены. После покупки можно сразу делать страховку, ехать, ставить на учет. Пробег 65 тысяч. Дополнительно установлен подогрев ручек. Самое высокое стекло, наверное, которое возможно. DeVille установить было установлено. Удлинитель крыла. Сейчас подробно расскажу про расходники, про мелкие косметические недостатки, которые присутствуют, покажу, сакцентирую внимание. Под сиденьем есть комплект инструментов с очень важным, скажем так, свечным ключом. Так, более подробно, значит, переднее колесо 20 года выпуска. Думаю, комментировать по износу ничего не нужно. Усики на колесе говорят, что пробег минимальный. Тормозные диски. Минимально допустимый износ тормозных дисков 3,5 мм. Текущее значение толщины больше 4 мм. Практически новые диски. Колодки передние, остаток процентов 70-80, вилка сухая. Радиатор в отличном состоянии, все соты на месте. Что касаемо заднего колеса, оно 19-го года. Задний тормозной диск тоже, видимо, менялся не так давно. Чуть менее 5 мм его толщина текущая. Минимальный допустимый остаток заднего тормозного диска – это 4 мм. Колодки здесь, можно сказать, новые. Для тех, кто не знает, капли это стекает конденсат с глушителя специально через специальное дренажное отверстие. Это вода после мойки, которая скопилась в трубе.
Да, по поводу недостатков, значит, на переднем пластике присутствует вот такая трещина небольшая, чем-то здесь подкрашена красочкой в цвет. И получается на левой стороне, возле, соответственно, плавника, вот тоже небольшая трещина. Все, это единственные косметические недостатки, которые присутствуют на пластике. Как всегда, любую мототехнику мы можем отправить транспортной компании в регионы России. Отправляем преимущественно компании ПЭК. Вот стоимость доставки узнавайте на сайте транспортной компании, либо у операторов компании доставки. По Москве, Московской области можем доставить собственными силами, поэтому звоните, если будет интересна доставка по Москве, сориентируемся по стоимости. Также сейчас в наличии у нас есть еще мототехника, и в ближайшее время будет новое поступление. Сейчас в наличии есть ВФР 750, Трансальп 700, Хорнет под бронью на данный момент. В ближайшее время еще приедет порядка 5-6 мотоциклов, а также у нас постоянное пополнение в любое время года. Всем большое спасибо за просмотр данного видео. Всего наилучшего, хорошего дня и крепкого здоровья. До свидания.